В этом году будет 10 лет, как произошло ДТП. После трагедии мне пришлось закрыться, и 8 лет я жила как в тюрьме. Я носила всегда платье в пол, брюки. И очень много тренировала походку, чтобы хорошо ходить, чтобы никто не заподозрил, что у меня протез. Не знали ни друзья, никто не знал. Знали только родители, муж. Я максимально спряталась. На мое решение открыться миру повлиял Каменев Антон Викторович. Это директор протезного предприятия, где я протезировалась. Он говорит, а пора бы своим примером ты будешь показывать людям, что ты продолжаешь жить, еще и радуешься этому. Та самая первая фотография, которая появилась в соцсети, где я показала, что у меня протез ноги, мне было страшно нажать «опубликовать». Это реально как в пропасть шагнуть, неизвестность. Но реакция была потрясающая. Ну, такая мощная поддержка от людей. Такое облегчение было, я как будто родилась заново. Ну, вообще супер. Я просто покоритель вершин буквально. Ежедневно мне пишут в блог. Я понимаю, что я его не зря веду. Я его веду для того, чтобы никто не повторял мою историю. Никто не прятался, там, не стеснялся. Того, чего не нужно стесняться. Я знаю, что сказать людям, чтобы они не впадали в эту депрессию и не боялись, что так будет всегда. Так всегда не будет. Вот говорю, вы смотрите на меня, вот так будет. Я Алла Бочковская, блогер, инфлюенсер, лицо компании «Ортоинновации». Со мной люди продолжают жить.